тебе на... Ми в ефірі, ми в ефірі. Я от що хотіла почати. Дивіться, якщо дійсно, сьогодні були свіжі опитування, якщо дійсно, скажімо, там, у партії «Слуга народу» ну, майже 50%, то ми отримуємо ситуацію, коли буде монополія однієї партії в парламенті. І ну, це така серйозна партійна диктатура. Ну, які наслідки у цієї ситуації можуть бути? Це буде вперше в історії парламентаризму в Україні, когда одна партия возьмет большинство в парламенте и может сама, без кого-то ни было, формировать правительство. Конечно, это большая ответственность на этой партии. И, конечно, лучше бы, чтобы кто-то еще тоже присоединялся к этой партии, потому что у «Слуги народа» и у ее представителей пока нет того опыта по управлению государством, который необходим, когда формируешь правительство. Конечно, должен кто-то быть с опытом, будет подсказывать, чтобы не делать ошибок. Потому что одно дело сниматься в сериалах, а другое дело управлять страной. Это немножко разные ипостаси. И вся ответственность, конечно, будет за ситуацию в стране на президенте Владимире Зеленском и новой партии «Слуга народа». Вот это приведет, может это привести к, как и к хорошему результату, так і к повній катастрофі. От зараз поговоримо про це і про те, що відбувається сьогодні з «Опоблоком». Прошу в студію. Впливовий бізнесмен та політик, лідер фракції «Опозиційний блок», колишній член партії регіонів, компаньйон олігарха Ріната Ахметова. У його власності є активи у сфері енергетики та суднобудування. Зокрема, Херсонський та Миколаївський заводи. Входить до числа найбагатших людей України. Екс-президент футбольного клубу «Севастополь». Член української делегації в парламентській асамблеї Ради Європи. Меценат Української православної церкви Московського патріархату. Нещодавно оголосив про підписання меморандуму єдності опозиційних сил. Вадим Новинський, гість програми «Хард з Влащенко». Вітаю всіх в ефірі «Хард з Влащенко» і гостем нашої сьогоднішньої програми, як ви вже знаєте, є Вадим Новинський. Ще раз вітаю пане Вадиму і почну от чого. Добрий вечір. Пройшли з'їзди майже всіх партій, можливо, вже всіх. І чи список, чи, можливо, чий з'їзд вас здивував більше всього? Да, сегодня последний день, когда можно было провести съезд 10 июня для того, чтобы участвовать в неочередных выборах в Верховную Раду. Все достаточно ожидаемо. Все партии, которые заявляли о том, что будут принимать участие в выборах, провели свои съезды, и списки в них не отличаются какими-то такими неожиданностями. Единственное, есть в партии «Оппозиционная платформа за життя», там появилось очень много людей Порошенко, очень много людей из предыдущей власти, и там есть такой кандидат в депутаты по фамилии Кива, который тоже, ну, как бы, не был с нами. Мы звернули увагу да, на этого кандидата, да. Это было вот так несподобно для это всех. Это было неожиданно. Все остальное ожидаемо. А как там з'явився Кива? Вы еще знаете про это? Ну, я не знаю, это надо спросить у руководства партии. Потому что партии... он достаточно долго, много років заявлял, что он националист. И да. Ну, это прямо протилежность, начебто, за идеологию. Надо просто вспомнить, что он делал в 2014 году, в 2015 году. Как он говорил, что нужно с ватниками бороться, их надо убивать. А сейчас он находится в списке... В гуще ватников. Это кульбиты украинской политики. Они очень часто бывают самыми такими неожиданными. Добре, дуже багато було чуток про те, що ви можете об'єднатися, да, з платформою «За життя». Я думаю, що вам треба якось, ну, не знаю, диференціюватися, і одні мають називатися «Опоблок», інші якось по-іншому, тому що вас плутають часто. Так от, говорили про те, що ви можете об'єднатися, але що це рішення про це буде прийматися в Москві. Наскільки це відповідає дійсності і чому ви не об'єдналися? Начиная с сентября 2018 года, мы говорили о том, что необходимо всем оппозиционным демократическим силам, которые находятся в оппозиции к действующей власти, тогда действующей власти, в оппозиции к войне, к разрухе и ко всему тому катастрофическому состоянию, которое было в стране, объединиться ради успеха на выборах президента, успеха на выборах парламентских.
И с тех пор этот процесс продолжался на протяжении вот, фактически 8 месяцев. И мы в этом отношении достигли больших успехов. Есть объединение наше с партией «Наши», с партией «Сильная Украина». В прошедшую пятницу был подписан меморандум с партией «Відродження», также «Доверяя делам». Вот мы по этому пути шли последовательно и нигде, никогда не упустили ни одной возможности, чтобы на основании здорового компромисса договориться и объединиться ради победы на выборах в парламенте. Ну, а еще бы все-таки... А то, что произошло с... Если вы помните, в оппозиционном блоке были все. Давайте вспомним историю. 14-й год. Когда создавался оппозиционный блок, тогда вошли представители разных партий. Ну, уже тогда говорили, что я частина Ахметова, а я частина Львовичкина. Представители разных партий. Партия регионов Украины, партия розвитка Украины, которую создал Львовичкин с Бойко. Тем партии «Центр» Вадима Рабиновича, Наталья Королевская, а также представителя партии «Украинский выбор» Виктора Медведчука. И мы создали оппозиционный блок, и партия на выборах взяла практически 10%. Имела свое представительство в Верховной Раде Украины. Затем, по прошествии времени, некоторые стали выходить из партии, создавать свои проекты. Там Вадим Рабинович создал партию «За життя». Ему в этом помогал Виктор Медведчук. Затем и наши коллеги Сергей Левочкин и Юрий Бойко захотели присоединиться к этой партии. Это было в сентябре прошлого года. Они вышли и создали так называемую платформу. Сначала называлась «За життя-оппозиционная платформа». Затем она была переименована по-другому «Оппозиционная платформа-за життя». И вот такая история не раскола даже, а того, как некоторые наши коллеги уходили из партии «Оппозиционный блок», нам избиратели доверили, они поверили нам, проголосовали за нас. Но нельзя на протяжении всего выборного цикла немножко подводить своих избирателей и переходить в другие партии. Мы последовательно отстаивали те принципы, те программные установки партии «Оппозиционный блок» и поддерживали своих избирателей. Якщо нигде их не предали. Якщо повернутися до президентських виборів, то експерти стверджують, що Юрій Бойко «За життя» там це проросійська частина вашого блоку, ви проукраїнська. І експерти вважають, що виборці не розрізняли ці обидві платформи, більшість їх, да, особливо таких літніх виборців і так далі. Вони вважали, що голосуючи там за Бойко, вони голосують і за Вілкула теж. І да, чи не вважаєте, ви технологічною помилкою, що ви не перейменувалися? Мы не собирались переименовываться, потому что, опять же, мы шли на выборы с названием «Оппозиционный блок». И ни в чем никогда не передали своих избирателей. Поэтому, если кто-то выходил, создавал свои какие-то проекты с разными названиями, может быть, даже теми, которые повторяют название партии «Оппозиционный блок», для того, чтобы и запутать, избирателей. На президентских выборах, скорее всего, было так. Ну так, да, там перший був за алфавітом Бойко, і напроти нього ставили галочку. Ніхто не розрішав. І вважали, що Бойко як був, так і залишився в партії «Оппозиционный блок». Але це було не так. Він вийшов із партії. І, про що я говорю вам, да. Розумієте? Це було. Можливо, потрібно було якось звернути увагу на це. Чи вважаєте ви помилкою? Понимаете, інерція последних 4 лет, когда на протяжении 4 лет все считали, что Юрий Бойко лидер оппозиционного блока, затем, когда он вышел, и таким образом люди просто не успели разобраться. Чому выбор, там, скажем, лидера пав саме на Олександра Вілкула, а не, скажем, на там більш яскравого Мураєва чи там Добкіна? В тот момент, если вы помните, Евгений Мураєв создал партию «Наша» и шел отдельным проектом. Михаил Добкин то же самое. Он объявил о выходе из партии «Оппозиционный блок», создал проект под названием «Христианский социалист». Если вы помните хронологию событий. И наша партия выдвинула Александра Вілкула как достойного, успешного человека, за плечами которого был огромный опыт хозяйственного, управленческой деятельности. Он управлял крупными предприятиями, управлял Днепропетровской областью. И был вице-премьером. И мы выдвинули его как кандидата на пост президента. Затем, по ходу избирательной кампании, были
об'єднання. І от тоді к нам присоединился Евгений Мураєв. Пане Вадиме, як ви вважаєте, от як би ви сьогодні сказали, якби вас питали, які були помилки, от чому там за Бойко голосували, ну, умовно кажучи, 10%, а за Вілкова там 5%? Да? Чому так? Не успели пройти вот это вот разделение. Бойко, когда вышел, еще инерция сознания сработала таким образом, что тот рейтинг оппозиционного блока, который был, перенесся на вот, партию под названием «Оппозиционная платформа за життя». І тільки це була головна причина, ви думаєте? Я думаю, так, да. А сьогодні ви об'єдналися і там із Хомутинником, і з партією мерів, які її називають, і так далі. Чи означає це, що в проект входять також Павло Фукс, Коломойський та дехто інший? В проект входять, який ми підписали меморандум в п'ятницю на мосту через Дніпро. Вы это все видели. Мост – это символ соединения, символ объединения. Как бы объединяет два берега. Mm-hmm. И вот мы создали это объединение с партией мэров. И в это объединение вошли крупные промышленники, руководители крупнейших промышленных предприятий, руководители малого и среднего бизнеса, лидеры местного самоуправления, лидеры местного самоуправления и мэры крупных и малых городов. Около 25 мэров малих і крупних городів. Вадим Новинський там є? Є. Є, як підтримка. Там є Рінат Ахметов, як підтримка? Ні. Рінат Ахметов не займається політикою. Рінат Ахметов займається бізнесом, благотворительністю, футболом. І к політиці не має ніякого відношення. А там є, як підтримка, Коломойський? Ні. Павло Фукс? Ні. Теж немає. А отже, фінансуєте тільки ви? Фактично. Виталій Хомутинник, він буде, він являється членом партії «Відродження». Просто про Хомутинника кажуть, що він дуже близький з Коломойським, наприклад. У мене з Коломойським теж прекрасне відношення. І у багатьох в нашій країні теж з ним є неплохі відношення. Але це ж ровним счетом нічого не значить. Що в політиці ми будемо діяти, сообщаючи, або якісь проєкти створювати вместе. Дивіться, якщо... Ходять, я можу перечислити, хто... Ростислав Шурма, генеральний директор «Запорожсталі». Муса Магомедов, генеральний директор Авдіївського коксохімічного заводу, який во время кризису в Авдіївці спас город від замерзання. Пам'ятаєте цю ситуацію? Пам'ятаю. Конечно, 16-17 год, начало 17-го года. Это человек, герой, который своим подвигом просто спас город от замерзания. Там на него город молится. И далее. Мэр города Харькова Геннадий Кернс. У него рейтинг в городе больше 70%. Мэр Одессы Геннадий Труханов. Рейтинг в городе больше 60%. Я хотела вас питати, враховуючи вплив Кернса на своє місто, Труханова на своє місто. Вадим Бойченко, мэр Маріуполя. Да, очень успішний мэр. Вплив, ну, також вплив цього мэра. Буряк, мэр Запорожжя. Так. Юрій Вілкул, мэр Кривого Рога. Це дуже великі міста. Отже, ви сподіваєтеся, що ці міста проголосують за вас, я так розумію. І таким чином... Ми вважаємо, що в нашу партію вийшли люди діла, які не говорять, а роблять, за плечами яких є результат, є успіх. І ці люди кожен день, ці руководителі, вирішують кожен день проблеми українців, насущні проблеми українців. В здравоохраненні, в медицині, в образованні, в ЖКХ. И каждый день лицом к лицу с народом. Каждый день. И привыкли отвечать за свои действия и поступки. Они, может быть, не очень красиво говорят, но красиво делают. Руководители крупнейших промышленных предприятий. Сейчас в наше время, когда Украина превратилась в кладбище заводов, сохранить рабочие места – это настоящий подвиг. Особенно в Мариуполе, при фронтовой полосе. И война через там, несколько километров. И вот там сохранить рабочие места, сделать так, чтобы предприятие работало, выдавало продукцию, люди получали заработную плату, и не надо было никуда уезжать на заработки. Вот это настоящий подвиг. Это герои, в которые входят люди дела, люди, которые привыкли отвечать за свои поступки и помогать украинцам. При сьогоднішніх партійних розкладах дуже важливий буде фактор мажоритарки, да? Дуже важливий. І багато хто розраховує на нього, але там соціологи говорять про те, що там, скажімо, там в Харкові, да, наприклад, місцевий депутат там 16%, а депутат, який приїхав з Києва, 20%, а депутат від партії «Слуга народу», ще невідомо прізвище, уже 40%.
можна підставляти будь-яке прізвище. І кажуть, що така ситуація повсюди. Чи дійсно так, і що на Сході відбувається? Чи дійсно там теж будуть голосувати тільки за мажоритарників «Слуги народу»? Да, така тенденція є, коли представники партії «Слуга народу» одразу мають на вході високі рейтинги. Навіть от, нет фамілії. Ну, я ж про це і говорю. Просто любую фамілію ставте, сразу рейтинг достатньо високий. Но когда начнется реальная избирательная кампания, и когда те мажоритарщики, которые работают на своих округах и решают проблемы украинцев, наверняка люди все равно выберут. Ведь надо выбирать не афишу, а реального человека. Не какого-то героя из сериала или из «Квартала 95», а того, кто решает. Можно смеяться сколько угодно долго. Но ведь каждый день жизнь идет, и нужно решать насущные жизненные проблемы. И нужно выбирать людей дело, а не тех, кто только красиво говорит. Еще раз повторюсь. От, до речі, мене просили сьогодні глядачі у вас питати. От ваше особисте ставлення до того, що ваші нові однопартійці, да, і Геннадій Кернес, і Труханов останніми роками все-таки в ході президентської кампанії підтримували гарячого Порошенка, да, який був вашим опонентом? Да, они вынуждены были поддерживать, потому что через что делал Порошенко? На мэра города заводили уголовное дело и пытались давить на этого человека для того, чтобы он каким-то образом помогал президенту, чтобы его избрали. Но когда пытаются сломать через колено, ничего не выходит. Поэтому Геннадий Кернес и Геннадий Труханов являются нашими сторонниками и делают все для того, чтобы и город процветал. Это люди дело, еще раз повторюсь. Їм довіряють більшість одеситів, більшість харківчан. Як би ви охарактеризували ідеологію, перша частина ОПО-блоку, да, там, таких українських центристів, да, як би сказали, яку ідеологію ви б, якби, скажімо, ви прийшли до влади, яку б ви пропонували українському суспільству? Здорового українського прагматизму. Що це означає на ділі? Перше, наша партія – це партія міра і розвитку. Мы хотим, чтобы в стране был мир, и мир – это основа для развития экономики. Без мира никакого развития экономики не будет. Кто бы вам что ни рассказывал, ни говорил. Это люди просто занимаются не тем, чем надо. Они не понимают сути происходящего. Так вот, мир – это основа для развития экономики, и, соответственно, далее увеличение благосостояния наших людей. Только через развитие экономики. Другого пути нет. И мы всегда выступали и выступаем за достижение компромиссов на соблюдение национальных интересов Украины, достижение мира. А путь известен, это Минские соглашения. Другого пути нет. Опять же, кто бы что ни говорил. Зараз другого пути нет и не будет. І далі. Що стосується економіки? От я не знаю, ви праві, ви ліві, ви центристи, ви консерватори, ви хто? І що це означає? Ми ті люди, які призводять національний продукт. Ми ті люди, які являються основою економіки країни, основним хребтом економіки країни. Ну, ви бачите, в соціальній державі, в високих податках і в лібералізмі, наприклад. Ми робимо все для того, щоб економіка розвивалася. І в цих тяжелих умовах, які були за останні 5 років, мы сохраняли рабочие места, сохраняли людей, сохраняли высокие заработные платы для своих сотрудников. И вот на основании этого и должна развиваться экономика. Мы предлагаем новую индустриализацию Украины, чтобы наша страна не превращалась в сельскохозяйственную державу. Нет ни одной успешной сельскохозяйственной державы, которая бы только на сельском хозяйстве основывала свою экономику. У нас была мощная промышленность, но за последние годы она была просто утрачена. Но мы постараемся восстановить промышленность. И это будет основой для развития экономики. А де візьмете гроші? Тому що, знаєте, дивіться, скажімо... Это гроші. А гроші прийдуть тільки тоді для розвитку, коли буде мир. Без мира ніхто не пойде сюди з деньгами. Без мира і без встановлення равних правил ігри для всіх, ніхто сюди не прийде. Інвестиції не прийдуть.
Справа в тому, що у нас 5 років останні були західні партнери, начебто, да? І вони говорили, що нам допоможуть. Але допомога – це були кредити МВФ під дуже високі проценти, а це були угоди, які підписала пані Арисько, згідно яких ми просто, ну, з 20-го року маємо просто віддавати все, що заробляємо. Це, там, скажімо, вимоги відкрити ринок землі і так далі, і так далі. Дозволити торгувати лісом-кругляком і так далі. Як зробити так, щоб прийшли інвестори, які будуть, там, скажімо, вкладати сюди гроші, але які вони будуть робити нас колонією, просто своєю зоною впливу? Для того, щоб сюди прийшли інвестори, які будуть учитувати національні інтереси України, необхідно, щоб влада помінялася. Была другая власть. Но она же, значит, поменялась. Была другая власть. Пока еще нет. Пока только поменялся президент. Верховная Рада, правительство осталось тем же самым. А вы маете на увазе уряд? Да. Угу. Потому что от уряда очень много зависит, от правительства очень много зависит. От того, какие правила игры в экономике они должны установить. И только после этого, когда будут установлены равные правила игры для всех, когда страна немножко успокоится, перейдет от этой политики ненависти, разделения, злобы, только тогда это будет, еще раз повторюсь, основой для развития экономики. И второе условие должно быть, чтобы собственные отечественные инвесторы вкладывали деньги в свою страну. Не водили их за рубеж и не инвестировали в другие страны, а вкладывали деньги в собственное производство. Вот это пример даст толчок и для привлечения сюда иностранных инвестиций. Вот эти первые два условия должны быть соблюдены. Тогда потихонечку пойдут иностранные инвестиции. Когда они увидят, что деньги вложены сюда в безопасности и дают хорошую прибыль, этот пример дальше будет продолжаться. Этот процесс не быстрый. Невозможно, кто бы что ни говорил, этот процесс сдвинуть с мертвой точки за один год. Этот процесс будет продолжаться, ну, не знаю, там 5, 7, 10 лет. Но к этому надо стремиться. По этому пути надо идти. Дорогу осилит идущий. А можете називати хоча б декілька прізвищ, хто, з вашої точки зору, міг би бути сьогодні адекватним прем'єром і прем'єром ефективним? Тому що нам потрібен прем'єр реформ, да? Реформ вже не проводились жодні за ці 5 років. Да, реформи, які проводились, к сожалению, це не реформа. Реформа, в какой бы то сфере она ни проходила, она должна приводить к улучшению состояния в этой сфере жизнедеятельности. Если реформа образования, значит, должны быть повышены стандарты образования и доступность образования. Если реформа медицины, значит, должна быть качественная медицина, доступность медицины и качество медицины. Ну и реформа пенсионного обеспечения тоже должна прийти к тому, что люди стали получать достойные пенсии. И пенсионный фонд наполняться не за счет бюджета, а за счет работодателей. И все-таки, кого бы вы бачили премьером? Ну, теоретично. Ну, я только могу сказать вам из наших рядов, кто бы мог стать достойным премьером, за плечами которого есть успешный опыт. Борис Колесников. Это человек, который вытянул на своих плечах Евро-2012. Когда он пришел в правительство, до Евро оставалось чуть меньше 2 лет. И все находилось просто в руинах. И уже от УЕФА приходили сообщения о том, что если не сдвинется все с мертвой точки, то евро заберут. И он просто титаническими своими усилиями сделал так, что евро было проведено на самом высоком уровне, международном уровне. И оценка этому дана со стороны и УЕФА, и ФИФА. Это был настоящий успех Украины. Я считаю Бориса Колесникова достойным премьер-министром, который бы смог провести реформы во всех сферах деятельности и привести страну к успеху. А чем Борис Колесников не захотел брать участь в партийной деятельности вашего частного по блоку? Почему он занимается? Он является председателем политсовета партии «Оппозиционный блок». Почему нет? А он сейчас в списке или нет? Нет, он, скорее всего, пойдет по мажоритарному округу в Донецкой области. А, отже, він увійде в майбутній парламент, якщо виграє. Тому що минулого разу він не захотів йти в парламент, наскільки да, я знаю. Так, да, в прошедший вибор він не пішов в парламент, хоча йому предлагалось саме високе місце в списку партії «Оппозиційний блок», він відказався від цього. Повернемося до мінських угод. Як ви вважаєте, як
саме мають проходити оці перемовини, про які так багато дискусій. Одна частина суспільства говорить, що з Путіним ні в якому, в жодному разі не потрібно говорити. А коли задаєш запитання, а з ким говорити, теж кажуть західні партнери, будапештські формати і так далі. От як ви бачите реалістично цю картину сьогодні, як це могло б бути? Помните, во время инаугурационной речи президент Зеленский сказал следующую фразу, что готов идти на переговоры с кем угодно для того, чтобы достигнуть мира и хотя бы одну жизнь сохранить. Ради этого я готов положить свой политический рейтинг. Но, к сожалению, через буквально там несколько часов, потом на следующий день, делал совершенно противоположное заявление, и никаких движений, никаких действий в этом направлении не сделано. Опять же, к величайшему сожалению, предыдущая власть, власть Порошенко, не слушала украинский народ. 75% украинцев хотят мира. И чтобы этот мир был достигнут не военным путем, а путем политико-дипломатическим. Ну, Порошенко и его окружение просто имитировали мирный процесс. Имитировали. Одной рукой подписывают Минские соглашения, а другой рукой законы, которые осложняют выполнение Минских соглашений. Ну, как тот закон о государственной политике. А чему они так робили? От вашей точки зрения, чему они так робили? Ну, потому, что чему война... в их интересах было потому, затягивание что них, процесса? Потому что у них война, это была питательная среда для них. Они на этом зарабатывали, или воровали, или там мародерствовали, как уж правильно сказать. За войной можно было спрятать весь свой непрофессионализм и все на него списывать. Поэтому они имитировали мирный процесс. Если президент Зеленский пойдет по тому же пути, то его ждет очень быстрое падение рейтинга. Люди не простят ему это. 73%, которые за него проголосовали, проголосовали против той политики лжи, которую вел президент Порошенко. Ну, так, и очень высокий кредит доверия. Очень высокий кредит доверия. Люди от него ждут быстрых результатов. А что может быть быстрым результатом? Достижение мира. Конечно, выполнение Минских соглашений сопряжено с тем, что в Верховной Раде нужно принимать большое количество законов в исполнение их. Там, закон об амнистии, закон о местных выборах. И там около 10 законопроектов, мы, кстати, зарегистрировали их еще в 2015 году, сразу после подписания Минских соглашений. Но они находятся без движения. Нужно вносить изменения в Конституцию об особом статусе Донбасса. С этим составом Верховной Рады это невозможно. Конечно, я надеюсь на то, что после выборов в июле этого года новый состав Верховной Рады приступит к исполнению Минских соглашений. Я надеюсь на это. Я не думаю, я просто на это надеюсь, что это будет. Но что может сделать президент уже сейчас? Ведь, помните, была установлена блокада Донбасса, экономическая блокада Донбасса, в феврале или в марте 2017 года. Она была установлена решением РНБО, и президент подписал соответствующий указ. Ничто не мешает президенту Зеленскому собрать Совет национальной безопасности и обороны, принять соответствующее решение об отмене блокады Донбасса и подписать указ и отменить эту блокаду. Эта блокада нанесла колоссальный ущерб экономике страны. Что на тот момент все предприятия, находящиеся на неподконтрольной территории, работали по украинским законам, платили налоги в государственный бюджет Украины. Багато коли и украинцы, которые работали на этих предприятиях, получали заработную плату в украинских банках, в украинских гривнях. Это объединяло страну, это объединяло Украину с неподконтрольными территориями, через этих людей, через экономические отношения. Ваши коллеги по парламенту говорили, что это политическое решение, оно было начебто необходимо, потому что война. Тому що війна, ми мали продемонструвати Росії, що вона наші ворогі, а собственному народу, який живе на непідконтрольних територіях. Вони воювали з собственним народом, який знаходиться на території Донецької та Луганської областей. Ось що вони робили. Та аферисти, політичні, які тут це все говорили. Вони просто обманували, коли говорили про торговлю на крові. За счет этого Україна получала уголь з тих територій. И не надо было думать о закупке угля в Соединенных Штатах или в Южной Африке. И платить деньги на зарплату американским шахтерам. Ну, мы знаем все эти схемы «Роттердам плюс», «Мінус» и так далее, и так далее. Дуже часто саме це вугілля купляли. Говорили, що купляють його в Роттердамі чи ще десь. А от цікаве питання стосовно... Вугілля покупали в Соединенных Штатах Америки, в Южной Африке.
Соответствующие контракты подписывались и решались во время визитов Петра Порошенко с Юношата, если вы помните это. І таке було теж, так. Да. А, пане Вадиме, це дуже цікаве запитання. Так, що далі? Я можу продовжити по поводу Мінських соглашень. Для того, щоб приблизити підписання, точніше, виконання Мінських соглашень, необхідно йти і на прямі переговори. І з Луганськом, і з Донецьком. Якщо треба, і з Москвою. Йти на прямі переговори, без участі посередників. І не треба цього боятися. А що значить з Луганськом і з Донецьком? З ким там вести переговори? З теми, кто сейчас там руководит так называемыми республиками. Ведь с ними же ведутся переговоры в рамках Минской контактной группы. Ведутся же такие переговоры? Ведутся. Там есть представители еще ОБСЕ, Совета Европы, которые находятся в этой контактной группе. И просто нужно интенсифицировать эти переговоры. Сейчас есть позитивные сигналы того, что президент Зеленский заменил представителя в контактной группе, и опять назначил Леонида Кучму. Это эффективный переговорщик, который сможет добиться там результата, сможет добиться там при соответствующих установках, директивах от президента, сможет сделать так, чтобы эти переговоры были успешными. А чему Кучма за Порошенко вышел из Минской группы? Потому что он за время работы в Минской контактной группе, насколько я знаю, ни разу не встретился с президентом Порошенко, чтобы обсудить ход переговоров, чтобы получать директивы и убедить его в том, что это необходимо делать. Ну, что мешает обменяться пленными всех на всех? А что, до речи, завожаю? Ну, украинцы находятся в тюрьме, четыре... Пані Геращенко каже, що росіяни не хочуть за такую схему меняться. Я считаю, что президент Порошенко имитировал, опять же, переговорный процесс по и его окружению, по обмену пленными, и сделал так, чтобы пленные наши оказались предметом политических торгов. Ведь помним, как церковь провела очень эффективную работу по нашей Украинской православной церкви, каноническая, которая имеет епархии на всей территории Украины, включая Донбасс, Луганск и Крым. И когда освободили, если вы помните, последнего киборга по фамилии, кажется, Колодий из Донецка и привезли его на родину, это был успех церкви, которые сделали этот шаг. Далее был запрос на то, чтобы освободить из Украины двух представителей из Крыма, крымчан. Порошенко не стал идти на это, не пошел на этот шаг, не пошел на этот шаг. Но... Чему? Надо у него спросить, почему он не пошел. Потому что он понимал, что в этом случае очень быстро при посредничестве церкви, при посредничестве блаженнейшего митрополита Ануфрия можна було обміняти плену всіх на всіх. А от цікаве запитання, дивіться. І тут успіх, коли в кінці 2017 року, пам'ятаєте, був масовий обмін пленними, це успіх церкви. Дуже багато говорили і писали про роль Медведчука в обміні полоненими. Говорили, що в нього так, безпосередній контакт з Путіним, він його кум, і тому він таку там, велику роль грав в цих процесах. Але чомусь, коли тільки Зеленський прийшов до влади, Медведчук вийшов із процесу. Як ви думаєте, чому? Я не знаю. Но если у него было такое влияние и на президента Путина, у него были контакты, и очень хорошие контакты с президентом Порошенко, разные говорят про их отношения, но почему тогда еще до сих пор пленные находятся в застенках с обеих сторон? Почему? Это говорит о том, что ну, не всегда это было эффективно. Где успех в этом вопросе? Тот обмен массовый, обмен пленными, который произошел, это успех патриарха Кирилла, блаженнейшего Ануфрия, да, и Виктор Медведчук тоже в этом принимал участие. Но в первую очередь это успех церкви. Я вот всегда говорю, если 4 года или 5 лет занимаешься обменом пленным, где успех? Почему не обменяли с тех пор всех на всех? Цікаве ставлення, от цікаве питання ставлення до великого бізнесу. А за Порошенка говорили про те, що там, до речі, ваш партнер Рінат Ахметов говорили, що він його партнер, і що він єдиний, наче хто виграв від ну там від цих стосунків з Порошенко за ці 5 років. Там Коломойський там поїхав в еміграцію, у того там були такі проблеми. А у інших сякі зараз говорять про те, що зараз знову буде там, да. Якщо ти ведеш бізнес чесно, відкрито, платиш всі налоги,
платиш достойну зарплату, тебе бояться нечего. От коли прийшла ця власть постмайданна у главі з Порошенко, пытались очень мощно, скажем так, накатить на структуры, которые были связаны с Ринатом Ахметовым. И ковыряли все, я вам по своему опыту могу сказать, по мне. Рассматривали просто все под увеличительным стеклом. Но нигде ничего не нашли. Потому что когда живешь честно, платишь налоги и ведешь открытый образ жизни, тебе ничего не грозит. Поэтому все это очень быстро сдулось. То, что было тогда. А те, кто оказались, ну, где-то в других местах, ну, это надо спрашивать, вопросы им задавать по поводу того, как они вели бизнес. Чи є у вас якісь опасіння, що зараз почнуться знову перерозподіл, да, симпатії і антипатії стосовно там з великим бізнесом? Тому що ми сьогодні вже бачимо, що, скажімо, там, там Пінчук, да, там лобіює інтереси там певних партій. Я зараз не хочу називати, щоб ну там ми не почали говорити, чому саме і як. Але ми бачимо це, да, там Коломойський керує інші партії і так далі. І в принципі. Какую партию керує Коломойський? Курує, сказала. Ну, для вас не секрет, що пов'язує ім'я Коломойського з там, партією «Слуга народу». Так чи інакше, да? Хоча там інші кажуть, що там дрейфує від Коломойського сьогоднішній президент, наш Зеленський, і так далі. Але все-таки ми знаємо, що великий бізнес дуже цікавиться політикою. Там пов'язували, скажімо, там, за блоком там, ім'я Ріната Ахметова, пов'язували навіть за радикальною партією, що допомагали їм, і так далі, і так далі. Якщо ви скажете, що цього всього немає, ну, мені здається, що ну, мало хто повірить в це. Тому що наші партійні структури живуть за счет великих грошей. А хто ж дає їм ці гроші? Слухи эти не беспочвенно, скажу так. От. Наверняка что-то такое есть. Дыма без огня не бывает. Дыма без огня не бывает. Но очень часто они преувеличены. Очень часто они преувеличены. И некоторыми людьми они просто специально запускаются и ну, гипертрофируются каким-то образом, знаете, таким. Им придается больший масштаб, чем это есть на самом деле. Что касается перераспределения, мы все хотим одного. Все, кто имеет какое-то отношение к крупной промышленности, к, скажем так, крупному бизнесу, мы хотим одного, чтобы были равные правила игры для всех. Спокойствие в стране и равные правила игры для всех. Тогда страна будет успешна. А за Петра Порошенко были... Мы хотим успеха Украине. Тогда будет успешен каждый украинец. А успех может быть только тогда, когда в стране будет спокойствие, мир, и будут равные правила игры для всех, независимо от того, к какой партии ты относишься, на каком языке ты говоришь, в какую церковь ты ходишь. Ще одне запитання, там, я думаю, що якраз це ваша тема, мені б хотілося вас, і це наші глядачі теж просили спитати. Які ефективні дії необхідно зробити, щоб скандали і спекуляції навколо церкви були припинені? Тому що дуже багато було дискусій, особливо останні там два роки, да? І подій. Я б сказав, останні 5 років, коли помінялась власть і були попытки захвату лаври, и были захваты храмов в пользу Киевского патриархата в 2014-2015 году. Все это было. Нападение на священников, давление на нашу каноническую церковь. И эти действия продолжались особенно, начиная с апреля 2018 года, когда вдруг Петру Порошенко для его предвыборной технологии понадобилось создать свою карманную церковь, так называемую церковь. И вот начались эти действия, связанные с представлением Томаса, так называемого, об автокефалии украинской церкви. А чему вы называете Томас, так званым Томасом? Это что он незаконно выдан. Это политическое действие, которое, к сожалению, к величайшему, поддержал патриарх Варфоломей. К сожалению. Это... Ну, еще будет далее. Я на протяжении этого года говорю, все, что создано таким вот путем, незаконным путем. Потому что в церкви существуют свои законы, которые существуют уже более, ну, около 2000 лет. Законы, установлены Господом, апостолами и святыми отцами семи вселенских соборов. Эти законы неизменны. И если живешь по этим законам и по традициям церковным, то так не должно было быть. Те решения, которые были приняты в Стамбуле вселенским патриархом, не с точки зрения церковного права, они незаконны. И об этом говорят все церкви.
Все поместные церкви говорят об этом. И требуют от патриарха Варфоломея, чтобы он созвал всеправославное совещание с участием представителей всех церквей, чтобы была дана оценка тем событиям. Именно по украинскому вопросу. Так вот, еще раз повторюсь. Эта тема возникла... варианты можливі, після, якщо воно буде? Я не хочу гадать на кофейной гуще, не хочу ничего предсказывать, но если брать, опять же, церковное право, церковные законы, то это решение должно быть просто отменено. А вы голосовали за закон про церковную власть в Верховной Раде? Я? Да. Конечно, голосовал. Голосовал против него. И вся наша фракция голосовала против. А вы против голосовали? Конечно. Мы голосовали против всех антицерковных инициатив бывшего президента Порошенко. Нельзя вмешиваться в церковный вопрос. Если бы не политики, которые вмешивались в церковные вопросы на протяжении 28 лет, и не Вселенский Патриарх, который так вот поддерживал эту надежду у раскольников о том, что рано или поздно они могут получить какой-то официальный статус, то раскол в Украине был бы давным-давно преодолен. У нас бы была единая церковь. Каноническая церковь. Что раскол преодолевается только одним путем. Путем покаяния тех, кто шел в раскол, и возврата их в лоно церкви. Другого пути нет. И росчерком пера даже Вселенского Патриарха, который является первым по диптиху, он первый по чести, но равный по правам со всеми представителями церквей. Он не является кем-то особенным. Это не Папа Римский. Даже росчерком этого человека раскол не преодолевается. Пока не таким образом не получается. Вы підтримуєте ідею відділення держави від церкви? Грех розкола не стирається. Что? Ви підтримуєте ідею того, що держава відділена від церкви? Конечно. Так? Конечно. Дивіться, ну і там політики не мають втручатися в справи церкви. Конечно. Але от мені розказували, що, наприклад, є ну, досить відомо, не хочу називати її номер школи в Києві, який допомагає Юрі Бойко. От там кажуть, що там за 2 роки от над кожним класом висять ікони, ще щось таке відбувається. Це правильно, як вважаєте, якщо мова йде просто про ну там. Если в школе висят образа... Звичайно, школу, так. Если в школе есть иконы, что там плохого? Когда дети будут учиться под иконами. Але вообще, ж питание клерикализма в вообще, и когда... Ну, правильно. Но закон Божий нужно изучать в школах. Что плохого? В будь-якій школе? В любой школе. Должен изучаться закон Божий. Тогда не відділення церкви это нет, это отделение церкви от государства. Но если в церковной программе есть закон Божий, и дети получают уже небольшое образование, небольшие знания о том, о церковных законах, о законе Божьем. Это что там плохого, скажите? Дети будут хотя бы расти со страхом Божьим в сердце. Почему у нас все события происходят? Потому что у многих людей нет страха Божия. Они делают, что хотят. И не понимают о том, что за все придется отвечать. Вы можете сегодня приехать в Донецк или в Луганск? Я не пытался приезжать, но думаю, что нет никаких проблем. Мне приехать или в Донецк, или в Луганск. Это для вас не небезпечно, не? Ну, я не боюсь этого. Ну, это обычная, нормальная ситуация. Когда можно проехать там... Не багато кто боится туда ехать, кажут, что может я не боюсь. Там арештовані, кинуты до підвалів и так далее. Ні? Это часть Украины. Я раньше там очень часто бывал. Ні, це безумовно частина України, але зараз вона не підконтрольна Києву, розумієте? Тому я і питаю. А що сьогодні? Якщо необхідно поїхати в Донецьк або в Луганськ для проведення переговорів з тими, хто руководить цими республіками. Ви готові? Я готов поїхати, звісно. Ви готові? Добре, бліц. А що ви думаєте про Віктора Медведчука? Як ви ставитеся до нього? Ну, ставлюсь до нього достаточно нормально. Это один из политиков, который входит до партии «Оппозиционная платформа за жизнь». Кажется, представитель его политсовета. Вы спілкуетесь с ним час від часу? Нет, последний раз я с ним общался где-то в октябре прошлого года. Отже, останніми місяцями не бачитеся. Ваша сім'я живе в Росії, і ви, зрозуміло, до них літаєте. От, а настрої, які в Росії сьогодні? Вони такі ж агресивні, як були там, скажімо, там, в 2014-2015-му, чи щось міняється?
Ну и в 14-15 у меня было такое агрессивное настроение, вам скажу, это неправда. Среди простых людей отношение к Украине как было, так и остается очень дружелюбным. И считают, что украинский народ – это братский народ для русского народа. Понимаете, политики приходят и уходят. И вот это то, что сейчас происходит между нашими странами, тоже пройдет. И мы обязаны жить в мире и согласии с Россией. І бути в мірі і согласі з своїм братським російським народом. А як, ну це мені здається досить важко буде зробити, тому що дуже багато людей загинуло. Крові багато дуже. Все пройде. Я вважаю, що в Україні йде громадянська війна, яку одну частину конфлікту підтримує Росія і оружием, деньгами, якими-то інструкторами і політично. А другу частину конфлікту, тобто офіційно Київ, поддерживает наши западные партнеры. Это и политически, и финансово, и вооружениями, и инструкторами. Но и с одной, и с другой стороны линии соприкосновения гибнут украинцы. Ну, але, пане Вадиме, ви розумієте, скільки людей в Україні з вами не згодні от в цій частині громадянська війна? От як, ну, знаєте, отут дуже багато незгодних, вважають, що війна з Росією. Тут знаходяться люди, які вважають, що громадянська. Як об'єднати цю Україну? Время лечить все. Должна бути політика, яка націлена не на роз'єднання людей, а на об'єднання людей. Коли ви особисто останній раз спілкувалися з Коломойським? Ну, може бути, неділю-дві назад. Про що? Ми так зустрілися просто. Поговорили про те, що я радий бачити в Україні. Да. Він дуже цікавиться українською політикою. Буде активно брати в ній участь? Ми говорили о сімейних, о других питаннях. Політику ми не трогали. Ви взагалі там вибори, політику, нічого не обговорювали? У нас була достатньо коротка зустріча. Якщо б ми трохи довше посиділи, трохи випили щось ще, то, може бути, ми і стали говорити про політику. Але просто ми говорили о більш цікавих речах. Скажімо, коли ви відпочиваєте, сім'я, дітях. Коли ви зустрічаєтесь з друзями, скільки ви можете випити, от, якщо говорити про алкоголь? Прилично. Ну, це скільки приблизно? Ну, 0,75 можу випити. Ух ти, з закускою. Все залежить від компанії. Якщо компанія хороша, дружелюбна, добра, то можу випити багато. Чи працюють в Україні соціальні ліфти, судячи по спискам, які зараз партійні ми нові побачили? Чи це знову якісь там близькі люди, там, якісь там організації, грантовістки? Наш список говорить о том, що в нашому списку партії «Опозиційний блок» – люди діла, які мають успіх за своїми плечами. І молоді, і вже люди з достатньо великим опитом життєвим. Но что касается других партий, там действительно там будет много таких людей, которые ну, не имеют какого-то опыта, и как представители каких-то организаций, которые существуют на западные гранты, общественные организации, которых, в общем-то, такого реального опыта, реального управления страной просто нет. Это может быть большая проблема. Але вони говорять, що країні потрібна зараз оця зміна еліт? Она нужна. Но молодая кровь нужна всегда, но она бывает успешна только тогда, когда рядом с ними находятся мудрые люди, которые могут эту молодую кровь иногда так немножко утихомирить, чтобы не делали, чтобы не делали ненужных движений и не принимали дурных решений. Так допомагав все-таки Рінат Ахметов радикальній партії чи ні? Я не знаю. Я думаю, что нет. Точно знаєте? Ну, спросите у Рінат Ахметова. А як його спитати? Де його знайти, скажіть, будь ласка? Ну, я не пам'ятаю, кому він давав останній раз інтерв'ю. Рінат Ахметов займається бізнесом, благотворительністю. Він допомагає огромному кількості людей в Донецькій області, його благотворительний фонд. І футболом. Ви бачите успіхи Шахтера в первенстві України. Він очередний раз став чемпіоном України. А ви можете передати йому, пролобіювати питання інтерв'ю, що ми давно вже, я от, наприклад, давно вже хочу взяти у нього інтерв'ю. Це реально можливо? Ще раз кажу, ви мене спросили, я даю слово, що я можу щось узнати по цьому поводу, але ще раз повторюсь, Рінат Ахметов політикою не займається, він займається бізнесом, футболом і великим кількістю благотворительності. От якраз про це і поговоримо.
про те, чим він займається. Добре, які уроки ви новачок в політиці, які уроки ви отримали, коли ви почали займатися політикою? Чим політика відрізняється від бізнесу, з вашої точки зору? Політики – багато грязі. В бізнесі, як ти привикли тримати слово друг перед другом, да? І якщо навіть підписали якісь документи, або просто щось пообіцяв, знаєте, купеческое слово, ну, всегда стараются выполнять. Если не выполнено, с тобой же больше никто дела иметь не будет. А здесь друг друга обманывают, друг друга кидают, предают, а потом опять обнимаются и опять идут вместе. Это такое очень, знаете, очень такое занятие, ну, не по душе мне. А чему вы тогда занимаетесь этим, если вам не до души это занятие? Я стараюсь делать так, как я делал это на протяжении всей своей жизни. Как я делаю это в бизнесе, в обычной жизни. И те же принципы я соблюдаю и в политике. Наскільки сьогодні, з вашої точки зору, адекватна стара гвардія? Раз вона все-таки програє по всіх фронтах? От ми бачимо, що більшість... Это временно. Пройдет вот это все очарование. Український народ очень быстро влюбляется, очень быстро разочаровывается, когда нет реальных результатов, реального успеха. А старая гвардия имеет опыт, имеет успех за своими плечами, результаты своей деятельности. И рано или поздно все равно она будет востребована для того, чтобы наводить порядок в государстве. Как вы оцениваете шансы Вакарчука? Ну, мне он больше нравится на сцене. Не как политик. Я не знаю, зачем он идет сюда. Не как политик, а больше нравится на сцене. В составе группы «Океанализа». Які сьогодні ризики для країни ви вважаєте найважливішими, можливо, найбільшими? От що ви назвали якісь три речі, які ви вважаєте, що сьогодні треба терміново вирішувати? Перше, я вже говорив, війна. Друге, хаос, наростаючий в управлінні государством. І от як почали в 2014 році розрушати основи государства, так і продовжують до сих пор. А ні одна країна не може жити без сильного государства. Тоді немає управляємості. Дуже великі ризики в цьому вопросі. И третье, просто та некомпетентность и безответственность, подчеркну, некомпетентность и безответственность тех людей, которые находятся во власти или сейчас придут во власть. Ну, будем надеяться на то, что эта некомпетентность станет меньше, но, судя по всем спискам, которые мы видим, она только усилится. Вот этот нарастающий хаос, к сожалению, может привести к плачевным последствиям. Останнє запитання тут, прошу, покажіть нам. Обирайтесь собі будь-яку опцію, яку хочете. Особисто. Давайте особисте запитання, прошу. Несподівано, як часто ви сповідаєтеся? Ну, думаю, раз в неділю точно. Для вас це важливо? Ну, я взагалі стараюсь кожен вечір, коли во время вечірньої молитви, вспомнить все, что произошло за сегодняшний день, и хотя бы в уме попросить за это прощения. Потому что каждый день проходит, и каждый день мы грешим. Я просто стараюсь их отмечать у себя. А так, на исповедь у священника, я каждое воскресенье или там, каждую субботу, на время всеночного бдения, я это делаю. А кто ваш духовник? Якщо, ну, це я розумію, що це інтимне запитання. Якщо не хочете, не відповідайте. Я не буду на цей вопрос відповідати. Це достатньо, на самом деле, це... Добре. Добре, дякую, пане Вадим. Що ж, друзі мої, сьогодні був Харт Влащенко. У нас в гостях сьогодні був народний депутат Вадим Новинський. Говорили про дуже багато важливих речей. І сьогодні було сказано паном Вадиму багато такого, що я думаю, що викличе дискусію. А я прощаюся з вами до наступного разу. І нагадуйте, що нагадую завжди вам. А бережіть себе, бережіть свою сім'ю, бережіть тих, кого любите. До наступного разу.